когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно. Sure that Ukrainian leadership will be pleased to hear Lavrov's confirmation of the effectiveness of not only that system, but how they're using that system.